привет! С вами Крошик Дэй Гэй. Воу-воу, всем привет! У нас был большой перерыв, потому что Аринка была в Чехии, но она опять с нами и готова классно вести видосы. Да, так что видосы будут почаще. Смотрим, что мы сегодня будем играть. Оставайтесь с нами и смотрите, как мы играем в Roblox. Аринка, что за игра такая интересная, стрёмная, жуть какая? Радужные друзья. Радужные друзья? Звучит как-то так весело, по-дружески. Ну нет, они пытаются вас всех... Вот зеленый, видишь, зеленый, вот это зеленый, видишь? Кто такой зеленый, Арина, что происходит? Чудик, как, смотри, он слепой. Он друг наш? Он слепой, но он нас слышит. Он друг наш, да? Нет, он наоборот враг. То есть он получается, он... не совсем-то и радужный друг. Он так называется игра, потому что они были друзьями, но их потом друзья рассорили. Бывшие предали или что-то, и они стали злые и всех уничтожают. Да, смотри, ох, какая смотри, жуть! Он нас не видит. Он просто он слепой, но он нас слышит. Тогда надо от него держаться подальше. А кто тут самый такой страшный? Не подскажешь какой-то? Синий я слышал, да? Какой-то синяк. Синий? Он сейчас, наверное, придет, потому что я слышу его голос. Я понял, а как его зовут? У него нету имени, он просто... Давай его назовем Синька. А может, Синяк? Синяк, давай Синяк. Ну что, Синяк нас ищет, да? Ну, да. Бежим, давай. А что, можно прятаться, да? Можно превращаться в коробочку? Да, нажав на Б. Б, бомж. Слово бомж. А на С, смотри, а на С это просто присесть. Просто присесть. Ну, давай найдем этого синяка, посмотрим. Вот он нашел, что ли? Мы вовремя были в коробке, он нас не нашел, да? Это хорошо, потому что он видит и он не слышит. Он видит, но не слышит. Стой, замри, не двигайся. Так, и главное, чтобы он не увидел то, что мы спрятались в коробку. Если он не увидел, мы раньше... Но он коробку сам видит или нет? Он коробку, он думает, что это картная коробка, то есть она была на карте. Ух и ты. В ней никто не спрятался. Ну пошли дальше посмотрим. И он не видит то, что мы двигаемся. А сколько игроков у нас сейчас? Сейчас некоторые, конечно. Уже найдены и были убиты, да, скорее всего? Он убивает их, и что он делает? И 30 надо монет, чтобы возродиться. Короче, воскреситься, да? Возвратиться. Послушай, давай, что Аринка. Вот он. Стоп, замри. Смотрите, синяк. Смотри, там можно двигаться в коробке, он у нас не идет. Видишь, он к нам же не идет. Ага, а давай выйди из коробочки, он погонится за нами или нет? Да, конечно, погонится, а у нас нету 30 бриллиантов. А потом просто проиграл и все, и заново игру начинает, да? И он вот туда спрятается. Давай куда-то зайдем в новые места, покажем ребятам, нашим подписчикам, какие есть места и что еще тут можно играть. Корм. А что с кормом можно делать? Его можно кормить оранжевому чудику. Синяка? Нет, оранжевому. Зеленого? Подожди, а что мы делаем? Что это ты кормишь? Что происходит? Это я корм делаю, потом надо найти весь корм, пять штучек. Потом придет зеленый, он насыпет себе кушать и покушает. Его оранжевого, то есть оранжевого надо кормить, а то он вас съест. Так подожди, так за какой смысл сейчас зеленого вот это все кормить? Чтоб нас не съел, да? Да. И что, он просто ходит и не трогает тебя? Если ты, найдешь всю еду и положишь ему в кормушку, то он возьмет, насыпет своей рукой, покушает и начнется третья ночь. А это уже вторая. Если ты насобирала, насобирала весь корм, насыпала и он съел, он может тебя временно не трогать. Правильно я понял? Да. Так давай проверим. Оу. Там синяк ходит. Ладно. Крош, сколько нам осталось? Это все ты насыпала эти корма? Да. Так давай еще ищи. Так один два корма. Розовый готовый? Два корма, да, розовый. Зеленый и оранжевый, ищи. Зеленый и оранжевый. Все, два корма, реально, побежали, ищем их. Давай, только мы в одном зале находимся, нам надо в другой зал, чтобы что-то найти. Давай не будем находиться в одном вот зале. Вот здесь мы не были, да? Да, да, новые залы. Все, пошли, ищем. Крошик, давай, синяк. Нас может догнать. Вот, стрёмно-то. Ого, мы здесь так, а ну посмотри.
Воу, упали. О, нашли корм. Вон, зеленый. Смотрите, ребят, еще один остался. Давай, Крош. Вот синяк там вроде. А, нет, то синий баллон был. Крош, идем дальше, ищем, ищем. Ищем, свищем, дрыщем. Можно там спрятаться. Не будем прятаться, будем искать корм на корм, посмотрим, что будет. Нам интересно. Да и ребятам подписчикам можно показать. Мы туда не ходили. Сюда. Давай направо, там где не ходили. Нет. Надо всегда быть там, первопроходцем, там, идти там где театр. Ты еще не был. Мы здесь не были, да? Да, давай, проходи. Так. О, по-любому там кормец. А ну зайди в будочку там, охранную. Ты эту? Нет, там в начале была. Справа. Здесь? Заходи сюда, да, Арина, давай, заходи. Так, ну надо идти. Нет, здесь. Ничего нету, да, все, выходи, давай. А, синяк, прячься, прячься. Беги, Крош, нас сейчас догонят. Беги, 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 беги. Быстро давай в коробку превращайся. За кабинет заходи, при коробку. Все, коробку превращайся, Крош, давай. Фух. Так испугались. Да? Да, Крошик. Фух, стоп. Синяк нас может найти. Фу, пронесло. Найдите пакеты с едой и отведите их обратно в театр. Давай, Крош, давай, еще один пакет остался. Так, синяка мы увидели. Вот первый корм. Так, и нам надо. Еще один. О, там зеленый, там зеленый, там ты зеленый. Ты видела? Да, там зеленый, видишь? Ну все, пошли. Но он нас слышит. Да он медленно идет, он нас не догонит, ищет он этот корм. Он не видит, он слышит. Крош, давай, ищи, давай. Так, вот я верю в тебя, Крошик, ты гей! Спасибо, папа. Так, здесь мы возродились. Последний, last корм. Ласт. Да, о, подожди, что вообще... такое? А это муляр, смотрите. Вот это? Да, реально, да. Все, ищем корм, ищем корм. Вот там мы не были. Вот здесь. А мы отсюда пришли. Валим! Валим! Валим на гелике, гелин валим. На велике. Оп, стоп. Так. Он нас пропалил. Он его сейчас палит. Нет, он... Фу! О, смотри, вот этот зеленый. Чуть штаны не наваляли, да? О, раз, смотри, пап, сейчас. Пап, смотри. Сейчас возьмет оранжевый и себе насыпет корм. И все. Я не голодный и есть вас не буду, детки. Только его надо постоянно кормить. Окей. Спасибо. Спасибо, короче, оранжевый покинул пещеру. Все, я понял, надо искать корм накормить, чтобы все покинули пещеру, и ты остался живой, да? Может, он понюхал еду? Короче, это жертвоприношение. Смотри, вот осталось только 4 человека. Окей, с вами был... Крошик Дэй Гейм. Ставьте лайки. Подпишитесь на канал. Всем пока-пока. И не пропускайте наши новые видео. Пока-пока.